А в Махачкале презентовали книги шейха Хасана Афанди из Кахиба «Танбих ас-Салихин» и «Хуласат аль-Адаб». Работа над книгами, посвященными этическим нормам, шла несколько месяцев под руководством самого муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди. Презентация прошла в музейном комплексе «Россия. Моя история». Участие в ней приняли председатель муфтията Шамиль Алиханов, общественные, религиозные и научные деятели. Выступавшие говорили о жизни и духовном наследии, которое оставил после себя шейх трех тарикатов Хасан Афанди из Кахиба. Также гости просмотрели видеоролик о духовном наследии великого шейха, подготовленный муфтиятом республики, и прослушали отзыв муфтия шейха Ахмада Афанди о книгах, которые, к слову, будут изданы в скором времени и на русском языке. Хасан Афанди в этих двух книгах вложил всю суть тариката. Если кто хочет соблюдать этику, эта этика там есть. Что такое тарикат? Там вложено, как вести себя с друзьями, как вести себя с наставником, с шейхом, там вложено. Поэтому все, что необходимо начинающему муриду, в этих книгах имеется.